И снова здравствуйте! Вас приветствуют последние новости. В этом выпуске мы поговорим об актрисе Ольге Ломоносовой. Не так давно гостьей программы «Судьба человека» стала популярная актриса театра кино Ольга Ломоносова. Во время беседы с Борисом Корчевниковым 40-летняя артистка вспомнила, как когда-то очень давно была по уши влюблена в актера и режиссера Владимира Машкова. Поэтому она решилась на переезд в столицу, чтобы оказаться поближе к любимому человеку. Между тем она прекрасно осознавала, что такой человек, как Машков, попросту не может долго оставаться холостым. К слову, актер никогда не был обделен женским вниманием. Ольга призналась, что их роман продлился всего одну неделю. Все эти 7 дней актриса приходила в театр и виделась со звездой. Пара много говорила. Их чувства оказались столь сильными, что звезда сериала «Не родись красивой» даже отказалась от стажировки в Германии. Стоит отметить, что отец артистки к тому времени уже нашел ей жилье в Европе и собрал все необходимые документы для поездки. Тогда же Ольга Ломоносова поняла, что больше всего хочет играть на сцене театра. После этого она уехала в Киев. Вернувшись обратно в Москву, прежние пылкие чувства к актеру Машкову успели погаснуть. Артистка до сих пор не понимает, почему так произошло. После этого в ее жизни наступил тяжелый период. Пройдя сквозь безденежье и нехватку ролей, в жизни Ольги Ломоносовой настали добрые времена. Она находится в браке с коллегой по сцене Павлом Сафоновым. Пара воспитывает 3 детей. А нам остается пожелать артистке Ольге Ломоносовой взаимопонимания и любви в семье. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!